Убейте! Сегодня хайповое окончание боёв. Ничего себе, еще Climax Combo, да что ж такое сегодня-то? Пытался открыть с Overhead. Есть Max Combo. Неужели это все? Да, Climax? Тут это я не знаю, тут я не скажу. Наверное, еще останется живых. Там чуть-чуть останется. Да-да-да. Сравнял в жизни. Тоже будет... Ох, отлично. Ну, да, и... продолжается Оперсинг, использует отличный миксап с Демон Клипа и выходит... Может, на игру. Будет. Да, будет больно. Но он все еще живет, где 50 кп, да. Чутка остается добить, думаю, это не составит трудности. Нервные условия, нервы шумят. Интересный миксап, однако... Телефон в шаттерс, просто... Не продолжил. Продолжает прессить, хорошо. Отличный гол. Руки школьный. Просто носится по всей арене, не уследить за ним. Убивает попытки выйти. Еще стингер пила. Комбо. Поймал один в этот раз захвата. От него и одна утерина, потому что он оказался не таким поломным, как его сын. Да, большая комба. Кланится. У нас сегодня прям фестиваль какой-то. Прям создают контент для навязочек. Ага. Одна комба лучше другой просто. Что творят? Красота. Еще бы арены другие. Вообще было бы замечательно. Ой, выше все-таки затыкал там. Но они, конечно, да. Мало баров. 150 хп, стойте, просто рандомный лошадь, блин. Нет, не добьет. Но мало жизни. Господи! Второй персонаж у него только. Хорошо, зашел. Да. Бомба. Эй. А что ж так? Еще такое. Ну это прям угощение. Со стороны питомикса, это просто халява. Вот это да. Я помню, что он любит это делать. Он что-то русские миксапы. Просто ультраконтор. Ага. Вы бы попроще не отвечал на ресет. Еще ресет. Сжимает. Хорош. Бойцов. Голубая кровь. Так, еще на зоне гонит. Я съедаю три прожектайла подряд. Интересно. Наконец-то начался православный. Что ж придумать Данте в этой ситуации? Ну, вот это мы давно не видели. Какие-то издевательства над детьми мы сейчас. Я надеюсь, что с трансляцией все будет в порядке. Да, для него это придет новый персонаж. Мачап. Ага. В школе еще не приходили. Так биться с Антоновым. Остается 150 кп, я думаю. Еще думаю, в зоне-то лучше. Я не знаю, почему он решил делать именно так. Опасный персонаж. О! Не, ну здесь будет мало чего. Ну, может быть, это добьется. Там база 2, да? Не, должно хватить. Попытка сетапа от Яшера заканчивается автоброском. Никогда такого не было, и вот опять. Да! Тайл, супер! Вообще бомба. Вот это хай геймплей от Яшера был. Это доскина что-либо сделать по тени. Выходит на комбо опять. Просто кусочный поставка, да? Выходит супер. А он что творит, а? Становите этого человека. О, привил выходит. Так. А, один метр. И стой, выходит. Да что ж за гимн? Должен ожидать. Кто будет делать Дина? Машина пол, надо конферму. Точная комба. Я думаю, что никого не удивлю, если скажу, что Дина будет делать захват. И снова. Да, Дина и сделал захват. Это третий чат. Да. Ага, поймал захват. Чуть-чуть осталось у Яшера. Отличный сетап с роллом. Не рискует Федоски нажимать броски. Они друг друга читают. Ага, добил. Хорошо, красота пролетел. Урончик сейчас будет много. Ой, это еще пнется к золу, сейчас еще и клаун.
Сейчас будет много урона. А, кажется, это все. По-моему, да. Ай-яй-яй. Кидается огнем. Хорошо, я прочитал этот бросок. Пока мета особо нет. Поэтому делать есть БМБ комбо, который тоже, в принципе, не понимает. О. Броняет. Делает зап. Ага. Я и вам показали интересные новые комбы, которые ему хотелось увидеть. Ух ты, какой супер. Вот вам использовать. Супер? Да. Да, за Яшера точно уж не ошибешься, у него буквально одна комба. Но, ребят, у нас не Street Fighter, у нас все арены, и все работает адекватно, а не как там. Поэтому... О, пошел, урон снимает. И Джейн идет. Более-менее. А нет, все-таки выходит на мой клуб. Потому что урон отнимает. Наконец-то. Ну, да, его прям. Давай, на крышку. Прям ребята просто цепили тут было. Так, вот. Хабас. Это я хорошо зашел, но тоже так комба. Видно, ТП будет очень больно. Было бы очень грустно умереть с 5 метрами. Шатай! Есть выход на комбу. Ну, тут нужно давай. Просто. Какая жижа. Одинка, что тебе делать? Попадает ТП. Вставляет. Нет, там нельзя сделать ПТГ. Вперед панч. Ага. Убивай! Ага, чуть-чуть не оставил. Вообще прям ровно-ровно. Да вообще каждый матчап надо ладить, если тебе составляют, создаются какие-то проблемы, первое, что нужно сделать, это пойти в тренинг и проверить, да, что мы составляем матч. Ну я имею в виду, что есть вещи, которые очевидно, что вот это панк. Видимо, ожидая командник, Макс Мод. Ну да, уже такая ситуация, что... Боже мой. Побед, один один. Это просто нелегально. А что так можно было? Мы все в тебя верим. Хватай. Да. Новый сетап. Сетап работает. Не могут ощупать каждый, чтобы взять свою игру. Ого, как хорошо почитал ДП Фасок. Это уже не будет. Отличная комбо. Ой, какой комбо. Да, тут прям вообще мощный был. Отличная комба. Возможно, он покажет какие-то интересные сетапы. На уровне Рейвена или наоборот. Да. Там от этого дитапа не вспомнил, что там надо сказать. А, там на стартапе только ДПшки перебывают. Если персонажи не приверся. Ага, попадает. Дэшка отменяет. Супер, больше ничего не пока не может там сделать. А ты делай ДП, панич! Попадает опять. ВТГ. Но. Тяжелый это все. Ооо!